Всем привет! Сегодня мы приготовим скумбрию с овощами, запеченную на огне. Итак, поехали! Для ее приготовления нам понадобится непосредственно сама скумбрия, овощи, приправа и, в принципе, все. Начнем со скумбрии. Режем по спинке. И достаем кости и внутренности. Обрезаем кость. Да, даже она так отстала. Скумбрию надо брать немножко мороженое, тогда будет проще. И достаем вот эту пленочку обязательно. Вот такая вот рыба у нас должна получиться. Затем берем фольгу и делаем лодочку. Так, в эту фольгу кладем скумбрию, немножко приправ универсальных с одной и с другой стороны. И чуть-чуть майонезика. И натираем. Затем нарезаем чеснок. И идем жарить овощи. Добавил масло и отправляем овощи. Буквально 3 минуты обжарили овощи, чуть-чуть приправ своего соуса. Все перемешиваем, и овощи у нас готовы. Так, отправляем эти овощи в нашу скумбрию. Затем берем нашу скумбрию и отправляем запекаться. Прошло 15 минут, наша рыба готова, можно приступать к дегустации. Смотрите, как отстает. Блин. В принципе, как и говорят, рыбу надо есть руками. Очень вкусно. Попробуйте, можно приготовить ее в духовке таким же способом.
Дальше вы знаете. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.